Вы знаете, что так случилось, так сложилось, что исторически, что 9 февраля мы отмечаем День памяти Федора Михайловича Достоевского, а 10-го День памяти Пушкина. Okay.
скорости нервной, перенося привычно дань мою. Сюда, в подвал. Не плоть, продаренная за все.
станет ли несчастный, то расточат. Что? Кровью приобрел. Уснула все.
под сенью ночи еврейской хижины одной не посетил отрадный сон. На колокольне городской бьет полночь. Я вздрогнула, молодой еврей встает и дверь с недоумением отворяет. И входит незнакомый странник. В его руке
Какую грусть я томил.
Глафира не верна. Ее не
вечерю. Одиссею, который открыл нам Запад.
частности, перевел Эрнхерга, Райта Дрошпедра, Нахта Двинт, Эсмидер Матер, Эцельмин, Архада Кнама, Логин Мар, Архан Стадиха, Архан Иван, Майзон, Азбирт Самагазир, Исламка, Дух Эрнхерга, Дрин, Эрнхерг, короче, так далее. И вот это само по себе начало, как бы потом уже Некрасов в современнике продолжил эту как бы эпопею. Вот, и мы получили переводы Бёрнса, Диккенса и многих других вот, вам известных. Вот. И вот он, поэт Василий Андреевич Жуковский, у него есть написано «Ночной смотр». Музыка Глинки. Ну, как бы, немножко, как говорится, как бы, из уважения, вот, к Жуковскому. Двенадцать часов по ночам.
браво. Многогрешный.